Я всех поздравляю с выходными. В аквапарк съездить. Если у кого-то есть, то на дачу съездить. Ну, чтобы они хорошо отдохнули на пляже, много раз искупались, хорошо загорели. Я бы хотела провести выходные, чтобы никуда не ходить, лежать дома на кровати и делать всякие хорошие дела. Писать прописи, читать книгу. Желаю всем съездить на речку и отдохнуть. Желаю вам побыть на даче с семьей и поесть шашлыка. Пить мороженое. Ну, пусть отдыхают, съездят куда-то на палатке или на шашлыки, или на море. Собрать их друзей и сделать много вкусненького. Я бы отправила всех на море. Почему вы думаете, что это идеальный вариант? Там бы все купались, загорали, все делали. Отдыхали, купались в бассейне, все делали.